Почти всем нравится скорость. Мысль, что можно двигаться быстрее, чем кто-либо еще, вдохновляет человека на создание все более совершенных вещей. За последние несколько лет огромное количество инженерных идей были воплощены в реальность. Представляем вам топ-20 самых быстрых в мире. Самые быстрые американские горки. Формула Росса, построенная в Дубае, позволяет искателям приключений развивать скорость в 240 км в час. Самый быстрый поезд. Японский поезд «Маглев» развивает скорость 603 км в час при помощи магнитной левитации. Самый быстрый человек. Ямайский спринтер Усейн Сент-Лео Болт установил мировой рекорд на дистанции в 100 метров, пробежав ее за 9,58 секунды. Самый быстрый лифт. Лифты в башне Тайбэй в Тайване перевозят людей вверх и вниз на скорости в 60 км в час. Самый быстрый торнадо. Торнадо, случившийся неподалеку от города Оклахома, был самым быстрым в плане скорости ветра, достигавший 480 км в час. Самый быстрый серийный автомобиль. Bugatti Veyron Supersport развивает скорость 431 км в час, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Неофициально самой быстрой машиной считается Hennessy Venom JT, максимальная скорость 435 км в час. Самое быстрое наземное животное. Гепарды способны разгоняться быстрее большинства серийных автомобилей, до 100 км в час за 3 секунды. Самый быстрый пилотируемый самолет. X-15 военно-воздушных сил США разгоняется до впечатляющей скорости 7270 км в час. Самая быстрая рыба. Отдельные особи вида парусник могут разгоняться до 112 км в час. Самый быстрый компьютер. Это чудо-компьютер Тайнхэ-1А, расположенный в Китайском национальном университете оборонных технологий. Самая быстрая птица. Сапсан может превышать скорость в 325 км в час. Самый быстрый вертолет. Еврокоптер X3 способен развивать скорость 473 км в час. Самый быстрый спорт с ракетками. В бадминтоне волан может достигать скорости более 320 км в час. Самый быстрый катер. Феномен может разогнаться до 402 км в час. Самый быстрый едок. Такеру Кобаяши – самый быстрый едок на планете. Он съел 67 гамбургеров за 3 минуты. Самый быстрый космический корабль. Voyager 1 двигается со скоростью 62 тысячи километров в час. Самая большая скорость. Технически самая большая скорость во Вселенной – это скорость света – около 300 тысяч километров в секунду. Кто еще, на ваш взгляд, является самым быстрым в мире?